Сразу после новости о гибели Бабченко появилась реакция Москвы. Там призывали украинские власти приложить все усилия для объективного расследования, а Следственный комитет России возбудил уголовное дело. Сообщение о гибели Бабченко сразу же вызвало целый шквал заявлений мировых лидеров и авторитетных международных организаций. Реакция у всех была одна – осуждение, возмущение и шок. Спецоперацию никто не заподозрил. В мире в один голос призвали к объективному и тщательному расследованию. В посольстве США подчеркнули, что виновные должны быть наказаны. О том же заявили и в Брюсселе. И напомнили, Бабченко пришлось уехать из России из-за угроз, связанных с его журналистской деятельностью. С гневным заявлением выступил и генсек Совета Европы Торбьерн Ягланд. Отметил, что Европа должна делать больше, дабы прекратить нападения на журналистов. Призвать к ответственности не только исполнителя, но и заказчиков требует комиссар по правам человека Совета Европы Дуня Мияточвич. Она сказала, что глубоко огорчена произошедшим. О резонансном преступлении говорили также президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, премьер Британии Борис Джонсон, президент ПАСЕ Микеле Николетти, представители ООН и ОБСЕ. Трагедия в Киеве в заголовках мировых СМИ. Об Аркадии Бабченко написали Guardian, Independent, CNN.